не знаю, что я буду делать на даче. Привет. Ну-ка, Гюль, читай, покажи личик. Как называется человек, который носит чужие деньги? А я поеду за рулем? Ура, у нас одна лопата, значит, я не буду копать. Блин. Как называется человек, который несет лопату? На дороге-то я не поеду, там люди. Зато спина перестала болеть. Я выйти не могу. Мне так стыдно. Рыбацкие босоножки. Придется работать. Посмотрим, посмотрим. Я жила в деревне 10 лет, вот мы и пришли. Саша, дашь мне лопату? Ух-ха-ха-ха! Все работает, я пошла. И сама дача. Я вообще-то поесть пришла. Все, что не потребно, все на дачу. Посмотрим, что здесь есть. Дверь. Две кровати. Холодильник. Петушок. Я как-то в детстве часто одна была. Птичкам не очень повезло. Пока, Крис. Кристиан Бейл. А там-то дырочка. Я боюсь, но я хочу открыть. Так это какого года? Моя девичья фамилия. Собака. Поедим и поедем домой.